Это сумка и одна из тетрадей, куда Кэтина записывала своим аккуратным почерком решение уравнения, принадлежали Мирабу. А когда после тренировки я нашла вместе с мальчиками и несла школьную сумку Мираба, это никого не удивляло. Кэтина была влюблена. Мираба любили все. Не только за то, что он был душой баскетбольной команды, что он танцевал как молодой дьявол, что играл разбойника Коко в школьном спектакле, а за то, что он был добрым, хорошим мальчиком. Но, как известно, у каждого человека есть хоть один недостаток. И Мираб свой единственный недостаток объяснял нехваткой времени. Но, откровенно говоря, он был обыкновенным лентяем. Мираб привык ко вниманию, и потому истинно материнская забота Кэтино казалась ему вполне естественной. Кэтино готовила за него домашние задания, дежурила в классе, снабжала его карандашами и перьями. А главное, когда Мираба вызывали к доске, подсказывала. Летом она достигла вершин совершенства. Даже учителя, видавшие на своем веку сотню способов подсказки, любовались ею. Садитесь. Смотри. Теорема. Корень n степени произведения положительных чисел, произведения чисел. Чему равен? Корень равен произведению корней n степени со множителями. Когда А больше нуля и Б больше нуля, а Н натуральное число, мы имеем формулу.
Что и требовалось доказать. Только за мастерство.